То есть я не знаю, вот она, та самая футболка, из-за которой звезда попала в неловкую ситуацию. Ксенон утверждает, что ни в каком секонд-хенде она ее не покупала. Да зачем бы она вообще туда пошла? Вот я ее принесла сюда специально показать вам, что эта футболка моя. Она почти новенькая, еще мне подруга из Хошимина привезла ее в этом году. Но это еще нужно доказать. А вот то, что у певицы этот предмет гардероба появился давно, проверено. Вот фото Ксенон, сделанное 2 месяца назад. На фото огненная знаменитость и предмет сегодняшнего спора. Этому снимку и вовсе 11 недель. Но бывшая владелица модной вещицы, так себя называет эта девушка, утверждает, что других таких футболок нет и не было. Она на 100% уверена, Ксенон приобрела сей модный лук в секонд-хенде. На одной из ссылок я увидела на Ксенон мою майку. Ну, конечно, она купила в секонд-хенде, потому что таких майок больше нету. Потому что я ее делала на заказ. Я люблю фотографировать. И там были фотоаппараты разных тем, потому что там были и 3D-фотоаппараты, и профессиональные, и сделан такой вот на заказ. Не знаю, надела ли, купила бы я вещь, если бы нашла в секонд-хенде, но хотя почему нет? То есть, наверное, если бы она сильно мне понравилась. Предлагаем вашему вниманию фотографию Анжелики. Вот она, те же фотоаппараты, та же девушка, та же футболка. Фото сделано в январе этого года. У Ксенон есть 2 варианта развития событий. Первый. Девочка просто решила попиариться. Просто по счастливой случайности у этой девочки оказалась такая же футболочка, и, наверное, она решила каким-то образом привлечь к себе внимание этим способом. Но, не знаю, хотя, наверное, у нее получилось, раз я здесь стою и распинаюсь, и рассказываю вам, и оправдываюсь. И второй. Подруга просто-напросто обманула певицу. А вдруг действительно моя подруга купила? Небось, забыла купить мне подарок, да, в Хошимине? Приехала сюда, срочненько зашла в секонд-хенд, подумала, о, кстати, не догадается никто. Взяла и запаковала. Кстати, есть такой вариант. Спасибо, подружечка. Дело вовсе не в секонд-хенде, заявила напоследок Ксенон, а в неприятной ситуации. Ведь ее хотят уличить во лжи, а этого звезда сама себе не позволяет. Дмитрий Шок, Даулет Атабаев, Новости Ревью.